И всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Теслер. И мы продолжаем наше прохождение Обливиона. Как раз таки сегодня у нас ждет большое событие. Мы будем сражаться за Бруму. Как вы уже видите, в Бруме достаточно полно уже каких-то палаток, еще внизу расположились. Все это солдаты из разных городов, которые пришли на помощь Бруме. Я с успехом закрыл врата у каждого города, и взамен на это они решили помочь Бруме в сражении. И сейчас мы как раз таки должны отправиться на совет в часовне, чтобы решить, что нам дальше делать, там, вступать в войну там или нет. А, вначале мы должны еще об этом графине сообщить, я как понимаю, окей. Идем к графине. Конечно, план просто безумный. Позволить врагам открыть великие врата около Брума, это вообще, конечно, жестко. Greetings. Так, боевые планы. A desperate plan indeed. This prince? Emperor? Martin would risk my whole city to gain a great sigil stone? This is the only way to stop this invasion from Oblivion? I must confess, you are the first This war has seemed hopeless to me. But what else would... And now it seems there is an heir to the throne after all. Martin you avoid answering my question. Very well. Don't think I doubt you. The rulers of Bruma... I will meet Martin at the chapel. When all is ready, Шикарно. Отлично, нас согласились. И теперь что у нас? А что, еще с ней поговорить, что ли? Или она в часовне? Come with me to the chapel. Отлично. Нам придется идти за ней. Идти она будет, как всегда, медленно. Бурт, подождите-ка, а ты... А, да, точно. Что-то я... заглючило меня. Давайте, выходите. Сегодня еще, кстати, пройдем как раз-таки, я надеюсь, миссии за Умбака на последние. По крайней мере, я планирую это пройти, если я с первого раза закрою Великие Врата. Ну, хотя, что там, в принципе, ничего сложного. Ё-моё, я немножко управление путаю, как играть начал с Карим, у меня все немножко по-другому. Ох ты, ё-моё, это вроде из Чейдинала. А, нет, Анвил. Окей. Это у нас Корола. По два солдата отправили. Ну, ё-моё, это что, помощь, что ли? Ничего, зато у нас целая армия будет. Давайте. Серьезный мужик. Все, давай, иди. Быстрее. А то не успеешь. А тут уже все собрались, по ходу дела, да? Джоффри, Баурус. Все в сговоре. В сборе, ё-моё. Your Highness. I am Nerina Carvain, Countess of Bruma, at your service. There is no need for any formality at this time. I am not emperor yet, and I am quite new to this notion of being heir to the throne. Thank you for coming. I know I am asking for a great deal of trust, but this is the only way. Вот сам и пойдешь в Великие Врата их закрывать, а я не пойду. Your champion has already explained the situation to me. I have agreed to it. We will not win this war through caution. You have a rare gift to know when desperation is the path of wisdom. I will do everything in my power to defend your city, my lady. Да, давайте уже эти формальности побыстрее обсудим. So be it. I'm ready for battle when you are. Поехали. So be it. Bruma's fate is in the hands of the gods now. А чё это в моих-то руках? Не-не-не-не-не. Вы это не думайте. Command,
Ура! Мартин! 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 Ура, ура, ура! Hail to the king! Мартин! 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 Hail! Так, я думаю, он долго будет идти до места встречи, может подождать там с часок нам. Окей, один стражник из Клатча. Это кто? Это у нас Лейвин. Это у нас... А, нет, это Лейвин, а это у нас, значит, Бравил. Окей. Так, расходитесь, давайте, все на битву, все на битву. А то не успеем. Ё-мо, да у тебя хаос, Мартин, в армии. Смотри, одни там бегут, другие там. Или это тактическая какая-то, да? Фишка такая, да? Получается. Вот они, врата. Ну, не великие, а обычные еще пока. Отличное место для битвы. А вроде еще должны прийти были эти... Как там его? Ополчение Брума. Насколько я помню. Ополченцев у нас не будет, значит? Soldiers of Cyrodiil, the Empire will stand or fall by what we do here today. Will we let the Daedra do to Bruma what they did to Kavach? Will we let them burn our homes? Will we let them kill our families? No, we make our stand here today for the whole of Cyrodiil. We must hold fast until the hero of Kavach can destroy their great gate. We must kill whatever comes out of that gate. Soldiers of Cyrodiil, do you stand with me? Ура, ура, ура. Так, кстати, я что-то не это. Нет, уже нельзя ремонтироваться. Окей. Ё-мо, дедрот вышел. Окей. Итак, друзья, нам нужно дождаться, пока откроются великие врата, а сейчас сдерживать весь этот натиск. Слушайте, не тут. Давайте я их на себя буду отвлекать, а вы бейте их, давайте. Что? Что, что, что? Блин, я походу страшника в руку задел. Ё-моё. Они за мной гонятся. И не принимают мою капитуляцию. Да подождите, вы... Да принимайте мою капитуляцию. Вы что? Кто-нибудь помогите мне. У нас, короче, уже минус 2 в отряде. Пауки тут. Надо справиться с этим. Я надеюсь, Джоффри и Барус выживут после этой битвы. Да ё-моё, вы заколебали, деритесь уже с кем-нибудь. Не со мной, ай. Они меня сейчас убьют. Идиоты. Вы, слушайте, зря я стал там сражаться. Вообще. А чё на меня все-то? А, нет, не все. Да помогите мне кто-нибудь, а. Какой кошмар. Вот так вот. Все делаешь для народа, а потом убивают тебя. А вы что стоите? Типа битва не для вас, что ли? Кто-нибудь разберется вот со всем вот этим? Ой, поскорее бы врата открылись. Погодите, это кто? О, Джоффри умер, ноу. Ах, убийцы все. Вау, вот это жесть. Отлично, врата открылись, я побежал, окей? Фух. Жуть-то какая.
А ты что тут делаешь? Блин, ну что за бред такой? Этот мне сейчас еще стражник будет мешать. Так, знаете, друзья, давайте что сделаем. Я хочу перезагрузиться. И давайте-ка не будем мешать этим бравым стражникам разбираться со всей этой угрозой. Потому что мне совсем что-то не понравилось. Еще Джоффри что-то умер. Отлично. Все, понеслась жара тут. Валите их, валите. Я пока из этих врат буду валить всех. Ты на меня смотри. Паук переросток, иди сюда. Шикарно. Все, еще никто тут не сдох, ура. Я пока вот этих буду. Давай, давай. Может, на этот раз Джоффри не умрет, там так глупо. Капец, сколько я одну ее бью только. Что тут происходит? Почему вы стоите? Кто-то мне объяснит уже? В чем ваш великий смысл? Кто? Кто там, Мёрдер? Я не убийца. Опа, на, вот это серьезно. Воу-воу-воу-воу. Спокойно, спокойно. Все, а теперь точно нужно, чтобы открывались врата новые. Мне это уже совсем не нравится. Слушайте, эти стражники Брума, по-моему, опять меня палят. Слушай, отстань от меня, отстань, отстань. Почему он не принимает мою капитуляцию? Все, я побежал, короче, все, хватит с меня. Больше еще раз я этим бредом заниматься не буду. Такой бред. Люди не могли тут, что ли, чтобы они прощали удары? Вот они, друзья, врата. Так, давайте-ка я сделаю здесь отдельное еще сохранение. Например, это. А то вдруг я не закрою. Влево или вправо? Вообще-то не важно, давайте влево и пойдем. Дается всего 15 минут на закрытие великих врат. Я надеюсь, что мы успеем их закрыть. Так, без вас, друзья. Без вас. Еще надо выпить что-нибудь, а то у меня совсем плохо. А есть что-нибудь восстановление там волшебства-то? Все, бежим, бежим, бежим. Блин, я в текстурах застрял. Нам нужно, наверное, выйти на середину где-то. Где тут вообще есть выход? А чё, круто, тут вообще нету, что ли? А, нет, есть. Все. Входим в план этого обливена. Такс. Вау. Нет, не в те врата вошли, надо вон в те. Сколько? 13 минут осталось до закрытия великих врат. Бежим. Вот она, Сигильская крепость. Нам нужно спуститься сейчас вниз. Хотя, может, я не к тем вратам пошел. Неважно. Нужно найти еще одну дверь сейчас. Блин, а. Это мы где? А, вон, да я понимаю, уже Сигильская крепость. Воу. Надо перепрыгнуть. For Skyrim! Ой, for Skyrim. Блин, какой Skyrim. Вау, вау, вау. Так, теперь. Нам нужно наверх. Здоровья уже практически нет. Бьют очень жестко.
Здесь ворота закрыты, нам нужно зайти в башню. Чтобы открыть эти ворота. Нельзя, больше не можешь. Так как пился, что ли? Там на самом верху, по-моему, должен быть рычажок такой, который открывает как раз таких. Вау, тут вообще его дофига. Не хочу с вами сражаться. Так, вот он. Вы открыли дверь, это шикарно. Прыжок. Он умер? Слушай, не повезло, парень, тебе не везет. Что поделать? Скраб, ой, скраб. Все, вау, сколько вас тут. Просто бежим. И забегаем в Сигильскую крепость. Точнее, это даже разрушитель мира называется. Ты меня не видишь. Я ж сказал, ты меня не видишь. 11 минут осталось. Ну, у нас еще дофига времени. В самом деле, можно и всех убивая тут спокойно, видимо, пройти. Хотя обычно бежал. Ё-моё. А, отстань, отстань. У вас там что-то больно много, мне неохота с вами. Вниз? Вы уверены, что мне вниз? Так, тут восстановление магии. А там восстановление здоровья, видимо. Ха-ха, я догадливый, наверное. Наверное. Фонтан крови, отлично. Спокойно. Так, куда тогда? Здесь ничего нет. Просто шикарно. Мне не везет. Давайте, ну в этой двери должно быть что-то. А, отлично. Ход наверх. Вау-вау-вау. Дедра. Изыди в Обливиан, хотя бы тут уже. Уйди. И побежал. Отразилось от него заклинание. От меня, точнее. Ну и все, мы практически на высоте самой последней, на последнем этаже. Так, ты, понимаю, хранитель сигила, но я думаю, и так взломаем дверку. Это было очень легко. Нереально легко просто. Ну, если убивать, конечно, всех, я думаю, времени не особо хватит. По крайней мере, нужно что-то помощнее, чем меч Убры. Великий посох безмолвия. Продадим, что нам? Слушайте, реально здоровый. Берем. О-хо-хо-хо. Ну что, давай, хочешь сразиться? Вот сейчас и готов с тобой сразиться. Тебе повезло. Мы закрыли. Опа. О, ноу. Оу. Опа, камешек. Эй. Восходящий сигильский камень. Круто. А тут, по-моему, еще несколько должно лежать, нет? Если я, насколько помню, тут, по-моему, не один даже лежит. Или один из него выкатился, главное. Такой краулер, осадный краулер. Тот самый, который просто уничтожил. Эх, квач. О, спасибо, спасибо мне. We now, but we need to act quickly. Cameron will not take long to recognize his danger. Remember, the portal club. I'll have the ritual ready. Так, отлично. Но сегодня мы не пойдем. Камарану нашему любимому.
А кто еще выжил? Из клинков Акаверии все выжили? О, я кого-то вижу. Кто это тут стоит у нас? Джоффри, ты выжил? Да, я знаю. Stay safe. Отлично, Джоффри выжил, а Баурус... Баурус... Может, ты тоже где-нибудь здесь? Ну, Краулер все-таки выбрался на свободу, ё-моё. Нет, я думаю, погибли только вот эти вот чуваки. Ладно, отлично. Тогда сейчас возвращаемся, и у нас есть еще одно задание от Умбакана. Тайная Лейдов называется. Нам нужно было заполучить всеми способами корону, как я уже говорил в прошлой серии, у еще одного коллекционера. Умбакан ее очень хочет получить. Надо поговорить с этой коллекционершей, точнее. Где бы она еще тут живет-то? В торговом районе? Подождите, это что? Это какой район у нас? А, вот ее дом. Тут даже двумя путями можно. Но так как у нас ночь, я думаю, сразу же первым путем хочу пройти. Если мне удастся. Конечно же. Так, спокойно, спи, спи, спи. Хотя, может, с тобой поговорить? Вот тут где-то корона должна лежать. Вот она. Ну, давайте поговорим с ней тогда. По квесту, чтобы прям все прям как было. Алейдская корона. You want to buy my alien crown? It isn't for sale at any... Я не работаю на Умбакана. He's the only one who knows I have it. Не получилось. He's tried to get it from me for... I will never allow the crown to fall into Umbakano's hand. Умбакана безобидный коллекционер. Far from it. His interest in the aliens is not that of a mere scholar. He hopes to unlock the secrets of their magical power. And if you know anything about alien rule... Чем опасна Алейдская корона? I'm afraid I don't know for sure. I wish I had a more persuasive... The crown of the aliens which Umbakano wants... It has certain superficial magic powers, true. However, my studies of the ancient text make clear that it is the key to dangerous... You're right. Even if I persuade you, he'll send someone else. But what if... What if you brought him another... My own research into the late Aeliad period, they were a bitterly divided people, with many warlords... Their ultimate demise was wrought by their own civil strife. Так, 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 сколько болтовни. My crown, the one Umbakano covets, belonged to the ruler. I've learned of another crown. And since... Так, друзья, давайте я по-быстрому вам объясню, что-то это совсем... Слушать, в общем, у Умбакана совсем таки интерес не академический в этой степени, а как раз-таки совсем... Другой интерес, он хочет получить какую-то великую магическую силу от Алейдов, для чего ему нужна корона и для чего он все это как раз таки исследует. Есть другой выбор, можно первый выбор украсть у нее корону, либо достать совершенно другую корону. При этом, это так или иначе будет влиять на финал, в конце вот этих серий квестов про Умбакана, последней миссии, это будет влиять, собственно, какую-то корону вы достанете. Но так как я не хочу особо тратить время... Поэтому мы украдем у нее настоящую корону, либо вы вот можете пойти в Линдаи и украсть другую корону, потому что Алейдов было не один король, а множество. Они были очень разобщенным народом. Поэтому корон было много. Изменение призывания, отражение заклинаний. Интересная корона. Но мы украдем эту, чтобы особо не тратить время. Я просто не хочу вновь идти в эти алейдские руины. Так, ты у нас в Талсплате. Как это закрыт? Ты что? Бакан, я тебе такое принес, ты вообще... И закрылся от меня. Вот, что за люди, а?
Да, я знаю, дверь закрыта, да, ты можешь меня проводить, открыть мне дверь, и все отлично. Как ты оказался здесь быстрее меня? Он что-то знает. Вот Да. To think that I hold the very crown that once graced the brow of the last alien. Even to gaze upon it would have been death to any one of the... I thank you again for your efforts. I have one final... Да, последнее как раз таки задание. In order to bring my research on the last king of the aliens to its final stage, I need to go to the throne room of Nenelata. While I am not without means of defending myself, your reward will be whatever plunder you would, since the throne room has been sealed since the time of the end. Увидимся в Нелате. 3 days then. Don't be late. Don't be late. Окей, отлично. Мы отправимся с ним. Последнее путешествие, это как раз таки там, где заседал король Нелаты, Нелату саму, чтобы отыскать какие-то супер сокровища Аллейдов. Так, он подойдет позже, мы же можем, мы не можем. А хочу я, блин, а? Ты чё так далеко-то? Поплаваем. А, в дождь, ну да, шикарно. Обожаю плавать в дождь. Подождите-ка, хочу починить умку. А то что-то она уже не очень хорошо бьет, да. Неудивительно. Вообще ни одного молотка не сломал. А иной раз 94 и 2 молотка сломаешь. Ох ты, сколько посохов-то. Кстати, безмолвие может понадобиться нам в этой миссии. Ничего не видно. Вот такая все время есть тут воздушная прослойка между водой и этой, которая позволяет видеть. А что там на дне? Кто ты? Морской зуб? Слушайте, я его никогда не видел. Арканинин плавает под водой. Ну понятно, что у них водное дыхание есть. Но вообще первый раз его вижу, этого персонажа. Слушайте, морской зуб. Интересно. Никогда его не видел. А, может быть, нет. Есть еще один арканин, который там в речке в правиле купается. Но он, по-моему, по-другому. У него другое имя совершенно. Интересно. Видите, что дает эта воздушная прослойка? Можно смотреть. А, сейчас не получается. Ну да ладно. Когда там скоро до берега-то мы доберемся? Это вроде форт, который сейчас можно увидеть на мини-карте. Это как раз таки задание дополнительное из правила. На этом, в этом форте проходят какие-то игры охотничьи. Тоже есть там вроде жена дает, которая беспокоилась за мужа, который тоже участвует стал в этой игре, что ли. Поселение. Все, отлично. Лейтские руины. А у кого-то, небось, была лодка. Даже пристань есть. Страшный грязи краб. А, ты не страшный. Часовня. Чья часовня? Кадлию. По-моему, она захвачена какими-то некромантами, насколько я помню. Нам не важно. Вот те самые алаидские руины. Нинелаты. 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 Когда он там подойдет, сказал? Он уже в них, что ли? Я подозреваю, что нет. Он, видимо, подойдет чуть позже, надо подождать. Умбакано.
Ты где? Какие враги? Тут нет врагов. Ну, прекрасно, теперь мы еще и ждать не можем. Ну, давайте, вылезайте, все вылезайте. Ау. Никого. Небось, какой-нибудь краб увязался тут. Давайте внутри поспим, что ли. Нет? Господи, прекрасно. О, отлично. Подождем тогда дня, что ли? Все еще дождь. Вот он пришел. Кстати, по-моему, если вы в тот раз не убивали Клода Марича этого, а отдали ему ту самую фреску, которую мы нашли в первой миссии, то... Он, кстати, будет сундука на месте и тоже потом сможет вам помочь, по-моему. Here you are at last. I know exactly where the throne room lies. Your job. Следуй за мной. Да, тогда бы с вами был Клод Малич и все было бы еще проще. Ну да ладно. Умбакана. Так, его еще живым надо доставить. Слушайте, а вот на это я не подписывался. Насчет жизни твоей совершенно. Не подписывался. Кто ты бежишь-то, блин? А может он бессмертный, кстати? Все нормально с тобой? Отлично. Продолжаем. Ну иди отсюда, призрак. А ты, парень-то, не промах, да, я погляжу. Надеюсь, идти тут недалеко. Древний призрак. Почему ты не виден? Ладно, можешь не отвечать. Капец! Давай отдохнем тогда. Чтобы у тебя все там восстановилось. Кстати, вот надо проверять вот такие вот потайные ходы, потому что иной раз в них лежат ключи. Я помню, один раз так не заметил в одних алаитских руинах, и все, и прошел мимо. Что? Кто тут? Да это разве проблема, что ли? Да я в тебя чуть не... О, вот это проблема сзади. Все, Малорик. Бакана, ты мне нравишься. Я думаю, нам еще одно помещение придется пройти. Куда ты бежишь? Да... Вот ты иди ты от него. Ты че так орешь? Все, давай подождем. Спасибо за ваше ожидание. Как нет? А, я только что зарядил, ё-моё. Сейчас тут скелетов дофига будет. Харе в меня-то молнии палит, ё-моё, Бакана. Ох. Что у нас в этом сундучке? Да.
Богатство здесь прям зашкаливает количество. Идем давай. Кладоискатель недоделанный. Черт, безмолвие наложили. Ты где? Иди сюда. Я думаю, мы почти уже пришли. На самом деле, нам надо попасть в тронный зал. Ты не нелаты. Спокойно, вы что? Бери булаву лучше. Подальше, а то поранишься. Уйди. Так, куда тут? Тут у нас два входа, я думаю, в этот, да? Кристаллики еще тут какие-то. Все, заходим. Нинилата, сэр, ну да. Да, здесь уже фактически находится тронный зал. Где? Где он? Окей. Давай вперед. И не отвлекайся ни на что. Ну ладно, придется, ты же не пройдешь мимо скелета. А я мимо сундуков не пройду. Все, давай. Что хоть самому делать, а? Идем. Так. Да, уже практически. Ты мне не поможешь, призрак. Блин, тут дофига что-то этих. Уйди оттуда, дурак. Блин, дурак. Давай, умоляю, пощади. Ой-ой-ой, о смерти точнее. Короче, они на тебе теперь. У меня проблемы тут немножко с жизнями. Да ты вот этого бей. Все, шикарно. Так, давайте починимся. Чувствую, уже опять затупилось на шоу. Ого, ничего как быстро-то. Супер быстро тупится она. Чудеса! Двери сами открылись. Обалдеть. О! Камень варла. О, еще один. Вот это я понимаю. Оп. Спускаемся, Ваше Величество. Пришли. Вставляй вот сюда. Just as Sorkalin described it. Follow me. Я не буду, друзья, это переводить. Все. Вот он, тронный зал. Какой-то вход прямо. The throne of the last king of the Elliots. And so it falls to me to begin the restoration of our ancient glory. Как-то все входили в тронный зал через вот этот ходик. Воу-в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 оу
тронном зале Нинелаты у Бакана превратился в злобного лейтского короля. Нужно бежать из этой смертельной ловушки. А что-то, разве он не должен был стать личем, насколько я помню, нет? Да, посох, конечно, не очень. Леника я возьму. И корону с собой захвачу. Деньги тоже. Бежать, бежать. Куда бежать? Как бежать из этой смертельной ловушки? Здесь должен быть какой-то ход. А если бы вы принесли ему фальшивую корону, он бы умер. То есть там корона была бы не предназначена для этого, и он бы умер просто. Вот и все. Выходим. А, ну отлично, сейчас скелеты еще будут. А, те, кто еще хочет, чтобы получить дополнительные деньги, нужно было собирать все статуэтки до этого, и он бы еще дал бонус большой, достаточно денежный. Если кому-то нужны деньги, то обязательно вначале проходите все миссии, связанные со статуями, а только потом как раз таки вот эти последние уже миссии. Почему я взял именно эту корону? Потому что если вы возьмете фальшивую, по-моему, она сломается там. И зачарования уже на ней не будет. А у этой короны есть зачарование еще. А, ну мы ее не можем использовать, разве? Мы не можем надеть эту корону шикарную? Не, ну блин, ну так неинтересно. Тут отражение заклинания 17% повышения изменений призывания на 11. Алэйтская корона. А он еще усилил ее, получается. Не, ну неинтересно так. Я думал, ее хоть надеть можно будет. Нафиг тогда мне зачарованная корона такая сильная, что ее даже не надеть. А, и все. Да, на этом конец, друзья. Ну, миссия достаточно интересная тем, что вот происходит потом. Если прикольно ее выполнять там, если оставить в живых Клода Марича, я только потом что-то вспомнил, что его можно в живых оставить, и он бы с вами тогда бы пошел, тут все помогал, и вы бы могли, по-моему, вместе выбраться из этой ловушки. Что достаточно тоже интересно. Но мне просто не понравилось, что он забирает у меня мою прелесть. Что я там добыл-то в тот раз? Да, вот эту скрижаль мою. Ах, ну как всегда. Так, друзья, ну фактически на этом все. Сейчас добежим до этого. В следующей миссии уже все. Конкретно будем проходить основной сюжетный квест, потому что миссии-то там всего осталось, по-моему, 2-3, да, штуки. То есть в Парадиз телепортируемся, чтобы забрать наш амулет королей. И по окончанию основного квеста мы отправляемся на Дрожащие острова. Е-е-е. Фактически на каникулы, на отдых. В отпуск на Дрожащие острова. Да нет тут врагов, успокойтесь. Уже. У Обливиана паранойя. Он везде видит врагов. Надо смыть себе запах подземелий. Тогда скелеты не почуют. И отвяжутся от меня. Отличная идея, не правда ли? Ё-моё. Ладно, друзья, не буду заставлять вас ждать. Походу это опять надолго. В общем, друзья, увидимся в следующей серии. Как я уже говорил, все, да, сказал, так что давайте. До следующих серий, всем пока.